Привет всем владельцам компании CFMOTO и всякой разной механики. Сегодня у нас первый день. Значит, проходят съемки у нас. Ну а мы продолжаем знакомиться с командой и с участниками. К нам приехала вот такая машинка. О всех технических нюансах будем разговаривать отдельно. Кто-то дверь забыл закрыть. Цвет, кстати, машинки, видите, серенький. Ну, это, конечно же, не главное. Главное — это подготовка. Это, как вы сами можете видеть, это бедлоки, это резина, тенты. Вот. Я даже вижу тут ограничители. Постоянно прерывают. Очень много всяких разных задач, нюансов сейчас. Вот. Сегодня в конце маршрута, я думаю, познакомимся поближе с этой машинкой и с подготовленным квадроциклом X10, который тоже приехал. На нем передвигаются организаторы. Это Оксана, наш координатор. Привет, Оксан. Ну, опять же, поговорим о всей подготовке техники. Вот уже видите, какая доработка нештатная. Чуть-чуть попозже о каждом экземпляре. Я вам напоминаю, что нужно обязательно оставлять комментарии, что вы хотите увидеть, что вы хотите услышать. Вчера уже поступили заявочки о том, сколько жрет, сколько прет. Ну, проверим, конечно же. Попробуем, значит, X10 с X8 сравнить. То есть, ну, литр и 800-кубовый. Вообще, стоит ли переплачивать 200 тысяч рублей за еще 200 кубиков? Ну, конечно же, спонсор — это, точнее, не то что спонсор, а как бы оборудование, вот это вот все, кофры, это все ГКАшные кофры, но с логотипом CFMOTO. Все новое. А, кстати, вот мне понравился кофр вот этот вот с... Вот это для топлива. Так, костюмчики, шлема, перчатки. Вот такой кофр для топлива. 20 литров помещается сюда. Ну, может быть, для воды там, кому как будет интересней. Все это на быстросъемах у нас. И задний кофр на быстросъемах, и передний тоже на быстросъемах. Так, ладно. А, ну вот у нас, да, ну видите, одинаковые кофры, только здесь у нас логотип есть ГКА, а здесь логотипа нет. Вот, а так это все ГКАшные кофры, и вот этот синенький тоже ГКАшный. Так, ну ладно. Ладно, меня тут торопят. Итак, у нас есть опять свободное время, и мы продолжаем знакомство с участниками нашего квадропутешествия. Приветствую. Привет. Пару слов расскажи. Меня зовут Евгений, я руководитель телеканала «Глазами туриста», туристическо-приключенческий телеканал. Моя супруга Анастасия, мы приехали. Привет, нас. С проектом «Вне зоны» давно знакомых, фильмы у нас на телеканале есть. Переходите на канал, ссылочку обязательно оставлю в описании. Приветствую. Привет. Меня зовут Александр. Меня зовут Роман. Роман, расскажи о себе чуть-чуть. Я из проекта Offroad Media, представляю всех наших коллег сегодня, в единственном числе.
В основном мы снимаем внедорожные соревнования, много лет уже. И сам много лет участвую в внедорожном спорте, и как в качестве пилота, и штурмана. Вот. Опыт на квадроцикле есть, конечно, но не такой великий. Так что будет такое закрепление. Ну, рассчитываю на интересные приключения, на позитивное общение. И, собственно, зачем мы все это делаем? На эмоции. Хорошие, приятные эмоции. Все правильно, спасибо. Ссылочку на канал оставлю в описании. Спасибо. А мы идем к следующим участникам. Это у нас мама с сыном. Резида меня зовут. Расскажите, да, о себе чуть-чуть. Меня зовут Резида Петелимова, мы из города Ижевска. Мне 38 лет. Мы с Максимом тоже путешественники. Боремся за экологию, мусор собираем у нас в поселке Ветромас. Я езжу на мотоцикле и летаю на параплане. Максим, а ты? Ну, я маме помогаю мусор собирать там. Тоже на мотоцикле катаюсь. В соревнованиях участвую. Ну, молодец. Спасибо, мы пойдем дальше. А мы идем к следующему участнику нашего проекта. Это Наталья. Наталья, привет. Всем привет. Я из Москвы. И это мой первый опыт участия в такого рода проекте. Я еду сюда за яркими впечатлениями, за новыми эмоциями, для того, чтобы проверить себя. Так что всем нам удачного путешествия. Пожелайте нам удачи. Пока-пока. Так, мы со всеми познакомились. Остался только наш капитан. Привет, Максим. Привет. Привет, ребята. Я капитан команды «Вне зоны», которая устроила вот такой вот новый федеральный проект «Поехали с нами». В этом проекте мы докажем, что любой человек, который захотел отправиться в квадроциклетное путешествие, может это сделать абсолютно бесплатно вместе с нами. Итак, ребят, мы отправляемся. Квадроциклы уже запущены. И как всегда по традиции, кто считает видео полезным, ставьте лайк. Кто считает видео бесполезным, ставьте дизлайк. И нам удачи на бездорожье. До новых встреч.